Ты имеешь в виду, который на первом? На втором. 222-я какая-то. Да-да-да. На первый спускаюсь. Так, я восточку, западку. Я стекло. Кто бежит? Ты бежишь, да? Я бежу. Нашел. Так, у меня по железу носятся люди где-то. Соединение с сервером закрыт. Блять. Че, мне призывать? Да, пробуй. Конечно, приятно. Я его перебежу. Буду переходить тебе. Так, у меня в 301 есть, да. Я перебежал. Одного убил. Поднимайся. В коне поднялся, да, уже? Да. Ну, тут плохо было. Понял. Блять, некачественное соединение, да блять, чё? Ай, блять. Сейчас... Они за вертушкой, да? Они за вертушкой, оба там двое. Ага. Вот и металл. Слышим, бегают они под нами. К административке подбегают. Ты на третьем, да, так же? Да. Я на втором. Есть кто? Прям под нами сидят. Под переходкой. Я понял, секунду. Они? Да, меня убивают. Ты на каком этаже? На первом. Сейчас свет. Они там я же, что ли, все? Пушат меня. Они внутри, по-моему, уже. Если буду с балкона спрыгивать. Забегает, забегает. Да! Убил? Убил одного. Ты в комнате, да? Да, я. Второй, кажется, в административке у них сидит, аккуратно. Не, плохо, я буду. Свалился. Я вот сейчас бегу к тебе с парка. Отзимаюсь надо. Что за синий лазер светит? А, у тебя что-то светится. Нету ничего. Как нету? Челик, может, лежит вон. А, да. Скорее всего. Я в комнате справа. Угу. Так, ну бот ходит у елки. Ну, по кайфу там вообще. А бот не трогает, не агрится. Он будет орать, тихо, агрится, тихо. Но не стрелять. А, да, это бот ходит. Я к барыгам крутил, а то он к бабам. Разлутат. Он где-то под переходкой был. Да, это переходом был. Тихо, с вертолета. Вижу. Одного убил.
Где второй? Второй где-то стрелял за вертушкой. Стамина нету. Слева вход на территорию. К вертухе, да? А, вижу, да. Да, да. Готов вроде. Или лег. Или лег. Могу попробовать выйти через переход по камням войти вокруг. Тебе пожрать нечего? Нет, мне самому надо, у меня живот тек. Надо искать по сумкам. Там еще. Убил. Другой это был, в другой шапке. Тот вообще без шапки был, по-моему. Тот в балаклаве, да. Да, кажется, кто-то еще есть. Тут вроде бы оружие сейчас скинул. За вертом, за забором. Я уже почти здесь. Ты ходишь по кустам? Нет. Над площадкой. Да, за Уралом сидит. Попадаешь? Да, я знаю. Ты здесь, да? Он за Уралом, я на территории. Поднимаюсь. Сейчас в спину должен ты ему подняться с площадки, по сути. О, видишь переднего колеса, нет? Погоди, труп один. Вот, 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 он и есть. Да, труп. Угу. Еще надо чекать аккуратненько. Сейчас стамина нету. Твой, с РПКшкой. Фига, залетел вот в последний момент. Он прям скрывался у меня уже, поэтому. Да, у меня тоже. Один. Чемодан не твой? Нет. Чемодан валяется. Давай, рискуй. Смотри, окна первого этажа. Шпроты. Есть галеты, скину тебе. Бежал, по-моему. Так, у нас какой-то фаниом должен быть. Здесь убил челика, фаниом. Вот. Я знаешь, что в сумке нашел? Видеокарту. Понял. Ты про какие-то галеты там. О, сухпайок есть. Отлично. Ну типа в сумке тогда возьмешь сухпайок. Капец, у меня ноги, конечно, 5 хп, бля. Нормально. 5 бегает внутри. За пожарной машиной, наверное, он. Челик этот. За Уралом ты, Миша? Да, ой, за Уралом, да.
может быть. Мне кажется, да, он как раз таки, вот Урал видит спину пожарки. Он его и прибрал 100%. Да, вот он, фанеем этот. Борода у него, кстати, есть. И шапка синяя. Ушел? А мне красная нужна. Нашел. Да, рейди. Я на выходе. Там бот стоял у скронного забора, где-то в кустах. Я его не нашел, он там орал стоял. Аккуратно. Я прям через болото пройду. Пятерых. И у тебя двое, там да? Они... Да. Капец, всю карту убили тут получается. И они все стянулись сюда к вертолету почему-то. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.